Друзі, в общем, така тема, ми ось недавно встали. Ну як встали? Ще не встали, але, в общем, така штука. Проснулись 6, встать не можемо 12. Вона все питає мене, за яку автівку ми купили. А все вже видели, да, наверное? Ніхто ще не бачив. Ось відео тільки сьогодні вийде. І вона ще не знає. Ви всі вже подивилися, але на цей момент, на цей час, Ніка ще не дивилася. Вона не дивилася не це відео, вона не бачила, що це за машина. В общем. В общем, Женя будет монтировать видео, и я уже с видео увижу, что это такое. Ні, ти не побачиш. А почему ты А ж я тобі не дам. Ні, я не побачу, що ти. Ми в цей час, коли відео я смонтирую і випущу, ми вже підемо її дивитися. Зараз. Ми підемо, і мені інтересно, що ти, яка машина. Я уверена, що вона буде білого цвіту. Да, і вона каже, знає, що яка це машина. Я уверена, що я знаю, що це за машина. Ну, хорошо, кажи. Я вважаю, що це X5. Это или X5, или X6 белого цвета. Ну, я склоняюсь к тому, Так что если у меня это... был X6, я его продав, то на что мне еще один X6? Ну, а может ты взял меньшего там года, не знаю, за меньшую цену. Но я думаю, что это X5 белый. Скорее всего, так. Но больше всего я процентов на 70, я уверена, что это так. Це саме більше інтересно, що ти не подивишся зараз відео, не дивилася. Вона не знає, яка А машина. вона Я стоїть знаю. на паркінгі люди. І головне, що люди вже всі знають, всі вже дивились, бо це Вот вже кінець видите, в цього відео. подписчики. Вона ще не бачила, вона не знає, ребят. Так що. Как обидно, вот все знают, а вот любимая Женя, я не знаю до сих пор. Вона зараз тільки піде, і ми зараз підемо, і вона буде дивитися цю автівку. Так що ждіть відео, коротше. І подивимося. Все уже Угадала ти чи не угадала? видели. Біла і каже X5. Ну, Ну ты хорошо. умеешь вот так вот делать вид, что это неправда. Уже все смело видела, уже все Виталик знает, уже все подписчики знают, а я не знаю. Ну, подивимося. Что это такое? Надо сейчас вставать и умываться и будем идти. Ну все, ребята, Не, давай ждите видос. ты привезешь ее сюда под парадное, а я выйду и такая. О, боже мой, Ну сделали. хорошо. Сначала мне надо побриться, потому что я их буду лать. О, если Женя еще в туалет пойдет, то встретимся с вами очень не Я в скоро. туалет не буду. Я говорю, бриться надо, а не в туалет. Я же не в туалете брею. Так, ну все, а давайте теперь сделаем вот так, вот так. За того чувака, якому ви на бензин скидывали. Шо? Тебе красиво в косичке. Ну я же не накрасилась. Ну так краси и буду добре. Ну так я ж хочу накрасить уже. Ну добре, господи. А я бы побрився. Ага, мені вже краще. Не пройшло і місяця. Мені вже краще, але такий заспаний взагалі жесть. Це ми встали. Всю карапуз краситься. Дивіться, який в неї животник. Як у Карлсона. Що, большой взагалі? Ну, не дуже, але такий. О, жопа з'їла штани. Прикинь. Ну. Хоп. То будеш такий йти? А що? Плохо? Ну, нормально. Тільки по... Бо розглажу їх. А нет утюга у нас. Есть утюг. Бери сейчас водой, шнурки я тебе завяжу. А как же я достану их разлаживать? Ну сейчас я буду водой разлаживать. Я так с тобой не выйду, блин, в помятых штанах. Ты издеваешься? А мы с ней в ресторан идем. Якара різниця. Люди ж дивляться. Ладно, хорошо. Ты тут ничего себе. Только потуже. Ого, блин. Якісь, блін, шнурки, якісь, блін, не знаю, вірьовки. А що це, що це таке? Ну, такі шнурки, да. Ти прячеш взагалі? Да. Як погода? Погода? Да. Погода топчик, ціни горобчик. Я тебе не про ціни питаю, про погоду. Погода хороша. Хороша, да? А когда только вышли, вроде жарко было, а сейчас очень даже так свежо, вроде пока что. Класний у нас будинок культури. Да. Угу. У нас, конечно, с вашим вообще. Я тут знаєш, скільки пари виступав, співав. Я внутрі не була, там внутрі красиво? Та ні. Не Мені не нравиться, ні. А там концерти, да? Да. Там приїжджають зірки, хто є, якщо приїжджає. А там тільки один етаж или ще второй? Ні, два. Два поверхи. На якому красивее, на першому или на второму? На першому. Так быстро.
Ну давай потихоньку идти. Ты ж бежишь, ну, так? Ну це так біжи, щоб побачити автівку. Тільки так, ну якось зараз домовимось. Ти будеш мене чекати десь біля условного місця. Условного? Так, да, будеш сидіти там. Абрикоси, сорви мені абрикоси. Ти що, прикалуєшся? Ти хочеш, щоб тебе срачка напала? Пішли. А в дитинстві як було? У дитинстві взагалі-то так і було. А у мене, я пам'ятаю, сестра, короче, наелась зеленых абрикос и потом лежала в больнице, вроде. Да, дезинфекция. Что-то такое, да, ну, да. Ну, что-то, да. Короче, было. Это из-за того, грязные. Что зеленое или из-за того, что грязное? Грязное. А, ну да. Она грязная. Или, ну, вроде бы лежала, но не могу вспомнить. Таке солнце валит, то прохладно, то якось. Да, теперь солнце, да. То жарко, не пойму, як. А здесь оно, давай, сейчас прыгну в калюжу. На что? Вот так, ну... Я так... Приїхалася як пінгвіна, так знаєш, животом. Ні, ти що, прикалуєшся? Там дитина, блін. От вже не тільки це голосує, все. Ну там, тому що ти ж дитина, як ти приїдешся на животі, ну, ти даєш. А я вже, да, мені вже через 4 недельки рожать, може бути, навіть менше. Дітки ж, вони рождаються з 38 по 40 неділю, навіть по 41. Так что могу через две, могу через три. Через три недели стопудово. Друзі, скоро. Ну через месяц точно, да. Лёлик выйдет на свет, подивиться. Ура! Я до сих пор не могу поверить. Мне кажется, что все мамочки, они не могут поверить, что у них будет ребеночек. И только тогда, когда берут его на руки, они уже это понимают. Ну так, на груди положат, все. Я уже так хочу с ним встретиться. Мне кажется, что я его съем. Что я его зацелую, заоблизываю, заобнимаю, затрогаю, защупаю. Ах, я уже так его хочу. Да. Я никогда не понимала раньше, почему мамочки там в жопку целуют своих деток, там ножки, там в пятки, там. Ну, блин, сейчас, когда у меня будет ребеночек, я понимаю, что я бы его не только в пятки целовала. Во все возможные места. Mm-hmm. Я бы его целовала, обнимала. А ты будешь? Конечно, ты что? Тёмать. Конечно. Сыночка. О боже мой. Собаки рвутся, какие-то дикие, блядь. Сейчас съедет меня. Да нет, ты что? Я им не дам. Я а им ты не сам дам. Собак боишься? Боишься собак? Мы еще такими дворами пришли. Блин, Ника, мы там не пройдем. Почему? Это просто жесть. О, кстати, Черкасы затопили. Да? Да. Это с таким дождь был. Мы пошли в обход, ребята, подивіться, там вообще пипец. Черкаса затопила, ну, машины поверх колес. Может, это на каких-то определенных районах Черкаса? Ой, да ты дивись, что тут, блин, море. Аккуратно. Это как Ё-ма. В детстве, знаешь, в детстве вообще так шуровало. Так... Я понимаю, в детстве, но мы же не пройдем тут. Пройдем. Не бойся, ми з тобою все пройдемо. І Крим, і Рим, і... Підожди, туди ти не підеш, сюди. Да. Йо-моє. Я хочу охолодительний коктейль. Акуратно, не запачкай кроси. Я тобі говорю, будеш в грязних кросах, я з тобою взагалі не піду нікуди. І так, штани помяті всі, йдеш як Вася. Да. Акуратно, Ніка. Акуратно. Аккуратно, потихоньку, ножку можно біля лужки вот тут все держать. Не обязательно идти как гробец, блин. А, это ты переживаешь, что запачкаю свою машину? Что ты молчишь? Не, я кажу так, чтоб и ты и шла, а ты нормально. Мне пофигу, запачкаешь ты, не запачкаешь. Ну, пойдем гулять. Смотри, только 12 часов. И что? Ну, пошли где-то пиццу поедим. Я тебя угощу пиццу. Ну, раз уж угощаешь, я пойду. Только маленькую. Маленькую? Маленькую. Ничего себе. Маленькую пиццу и картошку. И все, на остальное я не готовила. Да ладно. Не, я могу. Так, ну что? Так, ну что, здесь стоять? Давайте. А я ее, может, и вижу, так? Нет, ты ее так побачишь, але нельзя ее так бачить. Давай, ты тут подстоишь. Я сейчас подъеду,
И уеду. Только не дивись, когда я буду ехать, хорошо? А как же мне? Ну просто садись в стенку, дивись. Ну хорошо. А я сейчас подойду, я тебе скажу. Ну я тебе позвоню, ну, когда ладно. Развернуть. Хорошо? Так ты мне посигналить можешь просто. Когда повернуться, ты мне посигналь, машина, я поверну. Не, я тебе позвоню. А зачем ты мне? А вот так. Сейчас, ребята. Ты что, сидаю в машину? Хай чекає мене, зараз їй покажу. Подивимося, зафукає машину чи не зафукає. Понравиться вона чи ні. Вона навіть уявлення не має, що я купив не джип. О, Ніка зразу у мене тут. Ох, це CarPlay, ребят. Все, вже так. Ну що, поворачуйся до стінки. Я зараз буду виїжджати. Добре? О, Боже. Ну давай, давай. Давай. Поїхали, ребят. Блін, вона побачила, блін. Я офігею. Я ж просив її, блін. Не дивиться, блін. Машин до хера. Ну, що ти робиш, блін? Та їй давай. Це піпець. Стой. Ну що? Я так і знала. Що? Я так і знала, що це мене. Ти ж казала, ти дивитися не будеш, блін. Ти давай їхав. Я стояла там. Ну, на, як тобі взагалі вона? Що-що? Оця мені не подобається. Він як на злої поїзді. Як вона називається? Як це називається? BMW? Ну, яка? Як яка? Це ж не X5. Ну, подивися, з боку на неї подивись. Та вона маленька. Маленька піпець, я тобі говорю, взагалі. Маленька. Та це прикинь, да, мені теж, мені дуже важко, коротше. Теж ногой, ногой. Короче, воно... Женя, що, влізе коляска сюди? Звісно, сюди не тільки коляска влізе. 480 літрів. Та ти що, як же ж мене сюди влізе? Як? А ну дай мені, я на твій телефон буду лучше знімати. Тут все влізе. Мені кажуть, ну коляска, вона ж розбирається, вона ж от така, а потім. Мені кажуть, що вона не влізе. Воно все сюди влізе. Блін, я тобі Женя, говорю. Якщо не влізе коляска, будеш отут його вішати. Диви, яка, блін. Це 330i. Блін, я не ожидала. Ну а взагалі з вигляду красива чи ні? Ну красива, затонірувати треба спереду. Так, да, і тонірувати треба. А от це затонірувана його доволі? Ні, треба теж тонірувку робити. Угу. Ну, если бы она была черная, там, ну, не знаю. Ну, фары бомба, да, такие вообще? Угу. Ну, я не ожидала, я тебе хочу сюда. Ты думала X? Да. Ну, открой, ты ж подивись салон. Я не думала, что ты захочешь взять после жипа, что ты тебе сядешь. Ну, так чуешь, блин, это 19-й год, нифига себе, блин, машина. Ты подиви, який салон. Блин, очень необычная. Скажи. Ну, черная, да. Красивая, красивый, да, салон? Да, красиво, скажи салон. Просто. Та она зато новая, Никон. Она мала. Ну, седай. Ага. Телефон мой убери. О, конфеты. А, это я с Никит вчера брал. Кстати, он там есть. И со мной не поделился. Удобно, чи, чи чувствуешь себя, да, маленько? Не, ну удобно. Удобно? Конечно. А ну, сейчас я сяду. Що-що? Так, так нема доводчика. І так хлопаєш. Нема доводчика, нічого нема. А можна так хлопати? Так, да, ну нема доводчика. Ну попробуй відкрити, закрити. А це блокировка дверей, правильно? Так, да, а ну відкрий вікно.
Знаешь, открывается, закрывается. Да. А вот это, если я нажму, это закроется дверь? Да, это закрывается. О-о-о. Это О-о-о. Открывается. Ну, это ну, закрывает мне нравится. Ну, надо затонировать окна. Ну, удобно вообще? Ты думаешь, какие, блин, это? Ну, удобно, да. Еще мне не нравится, вот это если бы черный был, вот эта штучка. А тут же, поняла, беспроводная зарядка, все, короче, mm-hmm. ложишь телефон, типа там беспроводная зарядка. Если я положу, оно будет заряжаться? Ну, я не знаю, я пробовал, у меня не заряжалось. Вот mm-hmm. так вот все ложишь, да. А чему же что-то нам... Я не знаю, я еще... А, видишь, тут, наверное, надо всунуть... Не-не-не, беспроводная, без цього, без цього заряжает. Надо было у него спросить, как оно... Ну, это такая штука, вот все, бля, дивись, яка. О, это ты уже купил? Это я вчера купил, да, я заехал, купил. Ты уже не захотел? А, это ты взял, который... Ну, я же вчера купил, да, там она вообще новая, ну, это салонная машина, чтобы ты понимал. Вообще. Не, ну да. Чувствуется, да, что нова? А вот это что такое? Это с космоса то, что ты говоришь? Да нет, это помощь, если ты где-то застрял, короче. Вот, блин. А вот это что, солнышко нарисовано? Это светло. А, вот тупая я. Это если вот так и вот так. Это отдельно. А вот это? Это люк открывается, закрывается. Тут все люки. Ну... Непогано, ну, да? Она мне очень необычно. Но надо на ней покатать немножко. Подиви, как в игре, блин. Ну, понятно. Это ты ж поняла, да? Я такого и купил, да. Диви, я на українську мову перевів. А диви, як здесь... все крутится. И вона ж це ж, ну, поняла, яка? Полностью... А что здесь есть за, ну, вот как ты любишь говорить там, всякие... О, Samsung Galaxy Edge можно подключиться сейчас. Смартфоны, есть... а, говорю, смартфоны там. Женя, что есть там, комфорт плюс, там что-то такое есть? Ну, здесь? Тут все есть. Ну, как ты едешь по дороге, ты же там говоришь, там спорт, комфорт. Да, плюс, есть, комфорт, все ж, все, все, все. А, вот. Полностью, да. Ты две какие маленькие. А что такое эко-про? Ну, это экономно ездить, короче, это парковка тут. Она на бензине, да? Да, но вообще дуже, дуже и классно. И как, BMW X5 на бензине? Это дешевше вообще. Ну, сколько доехать до меня домой? По стоимости, если на X5, да, вообще фигня. На X6. Ну, за 600 гривень до тебе и назад. А, наверное, туда десь. И назад? Ну, десь за так. За 600 гривень? Ну, может, чуть больше. А на X6? Да, десь на X6 дуже багато, дорого було. Ну, сколько? Та, блин, там вообще пипец, десь 1300-1400 гривень. Ну, типа, тут в два раза меньше, да. На стаканчиков, вот штучка. Тут все это. А что это такое, вот эта кнопочка? Да это зарядка 12 вольт. А это можно заряжать тоже, да? Да, я заряжал, я все в прошлый раз. Ой, через блочок поставил и заряжаешь, да? Так ты диви, прикинь, сзади можно заряжать. И самое интересное, что входы під айфоновские, поняла? И под сиблю. Женя, мне кажется, а как тут сзади? А если тут Виталий сядет? Дивись, який вход. Ти подиви, який вход. Что это такое? Офигенно. Не под, блин, ну, не под USB, а под Type-C, по-моему. Мне кажется, что Виталик сзади бы не сел бы. Но смотри, как да мало места. Да седав я сзади ездил. Так тут ноги даже некуда. Да мало места, да, мало места. Но все равно круто. Сейчас почувствуешь, как дотяжка до этого будет. Да у меня ж пузо, какая дотяжка. Подожди, сейчас почувствуешь, как ремень шок сам будет. Динь. Mm-hmm. Ах! Чувствую, сейчас дотяну сам. Сейчас почувствую. Сейчас. Тут не забудь. Ну, сейчас мы проедемся, я почувствую. Очень... Ну, я не ожидала, что ты пересядешь с джипа на... А! Чувствуешь, как дотянуло? Ну да. Прикинься, оно тебя подтягивает. Сейчас мне живу. Ну вообще, тебе удобно ехать? Да я только еще не выехала, только выехала, подожди. Диви, как классно бег. Ось у Игорюни. Диви передок. Да. О, покажи, я такую сетку черную. Красиво, блин. Она дуже красива. Ох и красавица, братан. Да? Дуже классно. У тебя такая же самая. Ну! Только 4 двери. Дуже красиво, я тебе говорю. Классная машина, да? Ну да. Вообще пипец. Ну у него новая, 21-го года. Блин, ну вот у а, него... А, да, у нас одинаковые, але ж у меня 4 двери, у него 2. И у него перед такая здоровая. Ну мне нравится, что у него... Ты видел, сетка черная? Здорово. Вот ты у него черная, мне нравится.
А здесь она какая-то, она вообще не тулится сюда. Вот если бы она была черная сетка, ее возможно как-то поменять? Да, сетку можно изменить. Если у меня и телефон подключен, прикинь, видео, автоматом. Видео, бэйби. Все, апарклуб. Давай. Повністю мій телефон. О, ти дивись, опасно. Ніка, Вайбер, Телеграм читаєш. Та я тобі говорю, я взагалі піпец радий. Ось можна музику послухати. А радий який? Давай. Ми зараз їдемо їсти піцу. Це CarPlay, це така штука, всі приложухи тут, сообщення тут, ось пишеш там, комусь відправляєш, ось. Ніка, я відправив щось, поняла? Сразу, я просто тут пишу. А музику слухає. Я там не знаю. Ти що, второй айфон, короче. Ну це взагалі, він взагалі не треба. Карта вся виводиться тут. Google карта, якщо ти хочеш, чи Waze, вивела, короче, повністю тут. О, це прикольно. І воно, допустимо, все, дивись. Ну ладно, я б локацію просто не хочу зараз включати, бо. Ну що тут ще є? WhatsApp, Viber, можна по Viber балакати. Короче, це як часи. Телеграм, да. Вообще, Ніка, це така штука. Ти вже хочеш його продавати? Ні, та ну ні, ну може, якщо куплять, зараз поставимо, то хай. Так а ми на чому їздити з собою? Ми будемо на цього їздити. Поки дитина родиться, ми будемо зараз на цій машині їздити. Ну, щоб забирати з роддому дитину, до тебе їздити. Я зараз на неї. Я її виставлю потім на продажу, поняла? Якщо її будуть куплять там за дорожчий, то я її продам. А ні, то ні. Ого, а потім ми будемо опять? Ні, я другу візьму. Сразу? Отак і буду. Ну, звісно, ну ми просто по хорошій ціні взяли. Отак, ребята. А ми їдемо кушати піцу. У мене ж буде скоро Інстаграм. А, да, скоро буде Інста. Ніки, так що буде. Женя, ми ж Женя договорились. І Женя скоро. Ну я може в цьому відео вставлю. Так що якщо я вставлю, то буде в описі ссылочка на Нікін Інстаграм. Може, може бути. Якщо я подивлюсь на то, на як ти будеш себе вести. Так що красиво. Машину воно поставили. Стоїть. Смотри, какие здесь красиво, здесь лавандовым цветом. Тут вообще красиво, мне нравится вообще. Тут цвет сам вот все. Бутылки висят, поняла? Все дуже красиво. Доброго дня. Приймайте, будь ласка, ваше мнение. Дякую. Так, мы будем... А что ты будешь? Кстати, очень красивый свет на самом деле. Тут? Тут вообще классно. Очень стильно, бутылочка. Да, мне тоже понравилось. Да, я это сделал уже. Здесь классно. Так. Я дарал. Мы будем с тобой пиццу. Да. Что ты хочешь еще? Не знаю. Пиццу и... Давай я тебя чем-то угощу. А, пиццу буду. Сейчас можно Виталя набрать. Пиццу. У якого вы Стой! И... Я все! А, стой, это ты! Ты, да ё-моё, Виталя! За мной же все машины! Пипец! Це я тебе попутав, блядь! Це ти даєш, Віталь, блядь! Я тебе сейчас... Я біля берез... Я на березке сейчас. На березке? Ну давай, кричить. Я на Део на остановке. Вот здесь, наверное, перепутав, кричить, стой, стой! А, він, а вот то ж така ж поїхала тільки що. Да! Ё-моё! Я йому тільки що махав, блядь, думав, що за дурак махає. А, я понял. О, блядь. Давай, сейчас буду. Дальше, дальше. Блин, ну це Віталь, да. Ми їдемо за Віталіком, поки нам готують їсти. Каже, я вже рукою його торможу, каже. Пипец. Каже, стой, стой, каже, куди ти поїхав? Ну ти представляєш? Фух. Ужас, так смішно. Це жесть. Віталь стоїть. Друг, ну ти даєш, блін. Я видаю. А ти ту тачку тормози. А я, да. А я Привет. Махаю, здоровий. Привет. 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 Я махаю, а чувак в шокі, так, що... Так вони похожі, дійсно. Так вони, воно ж така ж сама, тільки рішотка разна. Один в один, да. Пипец, блядь. Каже, я стою рукою, махаю, каже, блядь. А ти реально ти, да, типа, не, да? Я, да, куда поїхав? А чувак такий, блядь, в шокі, блядь, що його посреди дороги. Блін. Надо поізвиняться, блін. Смішно. А він тільки що їхав, і ми столкнулися, ну, якраз. Ну, а я, чуваку, куди їдеш? Ну, стоїнь. Піпець, ну ти дав. Да, прикольно. А, це ти не пристігнувся. О, прості. Тут же ж така система. А, ні, двері, двері. Двері хтось не закрив. У мене закриті, Віталіка. Може, в тебе? Віталік, тут же ж тепер не на касання закривати. Тут же ж тепер хлопотіть, як холодильником надо. Ні. Блять, є тут. І тепер ми заказали, будемо праздновати же покупку автомобіля. Да. Бей пішохода. Ну що ти робиш, жіночка? Окей, взагалі-то ми її повинні пропустити, взагалі-то. А чого? А тому що тут пішохідний.
Да ладно? Да. Ё-моё, я извиняюсь. Лёлик, ну уже на здоровый уже скоро живот. Уже. Вот, ну, оце всё. Там всё. Здоровый. Но він здоровый? Знаешь? Мне кажется, він таки остановився уже всё. Він якось не росте, да, якось уже всё. Ну уже, да, він не такий. Тренируется, наверное. Наверное, да. Куда я? Куда тренировки? А ви що, папки готові? Женя, що в мене буде папочка, а Віталік буде крісним папочкою. Тут тебе вже приділили, короче. А Віталік такий, блін, це подарки куплять. Ви в курсі, що я нап'юся? Ми з Віталем нап'ємося. Та мабуть, да. По-любому. Я тоді буду сидіти вдома, а ви пійте. Спасибо. А так... О, дякую, дякую. Віталь, це твоя. Спасибо. Це, коротше, новий салат, поняв, він з тунцом. І ну, тут тортуні, це ще щось. А це, кстати, теж ти ж не єш сетою. Я хочу попробувати всі піци меню, щоб приділитися, яка пусть. Друзі, ми ось для Ніки взяли от таку от здорову піцу, щоб вона її сама усю з'їла. Так що давай, будеш їсти. Чо, вони вдвоєм? А, да, вас же тут... Їх же двоє. Да, тут же хватає. Ого, дожджяра. Ага. Да, дожджяра, все, ребят. Дощ конкретний. Можуть, всім приятного апетиту, ми будемо праздновати автівку якому-то.